Привет, привет, мои прекрасные друзья. У нас все тут занимаются фотосессией. Мы пришли в совершенно прекрасное местечко. И хочу я вам, знаете, что сказать. Живем мы все-таки в прекрасном храме Земли. И я хочу, чтобы вы, соответственно, вели себя. Не надо портить окружающую среду. Правда на Земле? Сегодня, кстати, четверг, а не среда. А я как раз вам хотела сказать про окружающую среду. Давайте будем вести себя очень прилично в нашем общем доме под названием Земля. И красиво относиться не только к ней, но и друг к другу. И тогда наступит и мир на Земле, и счастье. Вот этого я вам бы пожелала. Помните, что мы живем в храме. А в храме нельзя ни мусорить, ни убивать друг друга. Кстати, торговать тоже нельзя ничем, в том числе и душой. Вот этого я вам желаю, мои прекрасные друзья, чтобы вы это помнили, и все тогда у вас будет хорошо. А мы, кстати, все сделали, дома купили, легализовали. Наша комьюнити канадская растет. Сейчас мы перед Грецией покушаем спокойно и поедем в путь. Вчера Стамбул, неделю в Стамбуле, а теперь в Греции. Ну что, обнимаю вас красотой и любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Я сделаю большой перерыв, потому что там мне некогда будет грузить, поэтому это я загружу сейчас. Вы будете знать наши планы. А в прошлом у нас было Созополь, Рыводиново, Пловдив чуть-чуть я вам показала, Шумен и что-то еще до Турции, уже не помню. Эдерне мы убрали, будет попозже. Ну все, обнимаю вас красотой, солнцем, любовью, Болгарией, элегантностью и изысканностью решений в жизни. Все вам доступно. География не имеет значения. Ведите свою жизнь, идите к своей цели, и все будет хорошо. ВБХ и ДСП. Все будет хорошо, деньги сами придут. Чао-чао.